наступает, и с яблонь облетает белый цвет. Весна! Уж лето место уступает, и солнце мое прощальный шлет привет. И вылетают из гнезда, как птицы, расправив крылья гордо и легко, начальные школы выпускники и выпускницы. Встречайте их торжественно, тепло! Thank you.
Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. Сегодня важный день у нас. Мы переходим в 5-й класс, начальную школу кончаем и наш праздник посвящаем. Вечером
папы, бабушки и дедушки. Мы собрались с вами сегодня в этом зале в честь особенного дня. Сегодня наши дети прощаются с начальной школой. Все эти годы мы вместе с вами поднимались первыми своими трудными ступенечками к знаниям. Учились, трудились, читать, писать, дружить, жить по правилам нашего родного школьного дома. А помните, как все начиналось? Какими робкими и смелыми они пришли первый раз в первый класс? Помните, как учились садиться за парту и красиво вставать? Как получали первые в своей жизни оценки? Давайте вспомним, как все начиналось. Давайте вспомним, как когда-то в сентябре собрались мы в школьном дворе, с цветами, с портфелями, а потом зашли в наш школьный дом. Переживали неудачи, радовались нашим победам. Какие искры зажигались в них, когда у вас все получалось. Какое счастье, что у нас такие замечательные родители. Вместе с нами они сейчас здесь, на празднике. И всем им мы говорим огромное. Спасибо! Вы помните? Вы все, конечно, помните. Как мамы за руки на школу привели. Взволнованно назвали новым словом «школьники». И мы навстречу знаниям пошли. Незримо следуют родители за нами, и в радости, и в час, когда пришла беда. Они стремятся оградить нас от печали, но мы, увы, их понимаем не всегда.
нас простите. Милые, родные, у нас ведь, кроме вас, дороже нет людей. Как говорится, дети, радость жизни. Вы для нас опора в ней. Большое спасибо за терпение и поддержку, и внимание, которое вы нам оказывали. Ведь недаром говорится, что самые первые учителя – это мамы, папы, бабушки и дедушки. Без вашего участия мы бы не смогли вырастить таких замечательных выпускников начальной школы. И мы хотим, дорогие родители, пожелать, пусть в свете дней исчезнут все печали, пусть сбудутся семейные мечты. Желаем, чтобы ваши дети всегда вам освещали дорогу жизни, света, красоты. Вы знаете, мне как-то не верится, что пролетело уже 4 года, и вот мы выпускники. Думаю, нам есть что вспомнить и сказать об этих замечательных и неповторимых школьных годах. Не спешите взрослеть, вы торопите время, вы стремитесь стать взрослыми, самостоятельными и независимыми. Детство уйдет незаметно, неслышно. Легкая струйка растворится за вашей спиной. Вы оглянитесь и только тогда поймете, что терять его жаль. Оно словно маленький кораблик, останется в своей гавани, куда вы уже никогда не вернетесь. Нет, вы сотни раз будете возвращаться туда, в своих снах, мыслях, воспоминаниях, чтобы окунуться в него с головой, чтобы совершить массу нелепых поступков, чтобы побыть с собой в своих... Чтобы побыть самим собой в чудесном мире воспоминаний, в чудесном мире сказок, фантазий, в чудесном мире детства. Мы дорогу к школе этой в гололед и град найдем. За приветом, за советом обязательно придем. Вы придете к нам на помощь через годы, может быть. Постарайтесь нас запомнить, обещайте не забыть. Вам, научишь нас отличать плохое от хорошего, правду от неправды. Вам, кто все эти годы помогал, советовал, настаивал, убеждал. Вам, самым добрым и строгим, терпеливым и заботливым. Вам, нашим близким, родным, любимым людям. Вам, дорогие наши учителя, мы говорим огромное спасибо! Сегодня нашим детям чуть тревожно, сегодня радостно чуть-чуть. Нам вас понять, конечно, можно, ведь перед вами новый путь. Он ждет, зовет, страшит немножко, меняя великие дела. Пусть вам запомнится дорожка, чтоб в школу нынче привела. 4 года незаметно пролетели. Все было. Солнце, ветер, гром. Но прежде чем уйдем, сказать нам надо. Спасибо всем, кто рядом с нами шел. Thank you.
Смотрите, как выросли наши дети. И сейчас наступает ответственный момент. Мы приглашаем в зал учеников 4 Г-класса. Классный руководитель Колесникова Елена Витальевна. Аплодисменты. Мы приглашаем в зал выпускников 4 Д-класса, классный руководитель Никифорова Светлана Александровна. Представляется заместителю директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы в Капотне Лапиной Любови Николаевне. Дорогие наши дети, выпускники, классные мамы, коллеги, родители, время летит незаметно, и вспять его повернуть никогда нельзя. Период начальной школы закончился, и закончился довольно быстро. Много знаний получили дети, много чего умеют, много куда ездили, ходили, впитывали. И все это благодаря вам, дорогие классные руководители, учителя, и, конечно же, вам, дорогие родители, первого поколения мамы с папой и старшего поколения, здорово, бабушки и дедушки. Что сегодня можно пожелать? Пожелать можно здоровья. Очень актуально. Добра, мира, взаимопонимания. Любите своих детей. Любите их такими, какие они есть. С их хорошими и не всегда продуманными делами и поступками. Будьте всегда рядом, до той поры, пока ваш птенец не станет на крыло. Наступит время, не держите, отпускайте. Долго задерживать везде птенцов нельзя.
И сегодня их первый полет, полет в другой корпус, в учебный корпус. Кто-то выбрал Камергерский, кто-то Боровицкий, кто-то Краснопресненский. Вы долго думали, решали, выбирали направление обучения. Мы вам пожелаем доброго, счастливого пути. Всего вам хорошего. Ну и главное сейчас летом отдохнуть. Остался один учебный день завтра. И наступает ура лето. Всего вам хорошего. Посмотрите, как прекрасны наши дети. Каждая из них словно маленькая звездочка, а вместе одно большое созвездие. И каждый из наших звездочек сделал свой вклад в развитие школы в Капотне. Они участвовали в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Они отлично учились. Поэтому наступает момент награждения. За отличную учебу грамотой награждается Бухтерева София Александровна, 4-й Б-класс. Воронина София Константиновна, 4-й Б-класс. Жирякова Эмилина Сергеевна, 4-й Б-класс. Нерест Матвей Миркович, 4-й Б-класс. Скобелев Роман Витальевич, 4-й Б-класс. Григорян Арсен Асотович, 4-й Б-класс. Оставайтесь здесь, ребята. Наши ученики принимали участие в важном конкурсе «Мой район в годы войны». Сертификат участника вручается Адиковой Амине. Максиму Белинскому. Воронина София. Горин Егор. Сашкин Ярослав. Мы двигались вперед в изучении английского языка. Дипломом призера награждается Бухтерева София, учитель школы будущего. Диплом победителя городской олимпиады «Мир вокруг» награждается Пискарев Григорий. «Мир вокруг» награждается Огурцов Максим. С дипломом призера «Мир вокруг» награждается Брычаева Дарья. Карина Московский школьник 21 века, языки и страны. Это опять английские языки. Диплом призера вручается Жиряковой Эвелине. Диплом победителя в этой же олимпиаде вручается Ворониной Софии.
Диплом победителя вручается Бухтеревой Софии, языки страны. Призером по итогам Олимпиады московский четвероклассник 21 века стал Сашкин Ярослав. Призером городского конкурса «Мир в семье, мир на земле» стал Кукликов Кирилл. Прекрасные знания показала Бручаева Дарья. Победитель городской онлайн-олимпиады «Знаем русский язык», а вот в 21 году «Знаем русский язык» она стала абсолютным победителем. Герасим Дмитрий, победитель городской онлайн-олимпиады «Знаем русский язык». Скобелев Роман, победитель олимпиады «Знаем русский язык». Пискарев Григорий, «Знаем русский язык», призер олимпиады. Черников Андрей, призер городской олимпиады «Знаем русский язык». Великолепные знания в области математики показали ученики, ставшие победителями городской олимпиады «Я люблю математику». Здесь речь только о победителях. Призеры получат грамоты в классе. Пискарев Григорий. Так, их очень много. Фактически весь класс. Пожидаем Илья. Алекс Песков. Таирова Виктория. Устинов Роман. Воронина София. Заворонкова Яна. Нерад Матвей. Гонцева Алина. Гурин Егор. Белинский Максим. Атикова Амина. Григорян Арсен. Гребенкин Даниил. Долгих Татьяна. Капустин Ярослав. Скобелев Роман. Раужина Анастасия. Зайцева Ева. И наш внутренний школьный конкурс чтецов «Здравствуй, весна». Диплом вручается Ворониной Софии, ставшей дипломантом конкурса. Thank you.
Уважаемые родители, спасибо за то, что вы были рядом с нами. У нас есть благодарственные письма для тех, кто был рядом с классным руководителем. Зачитайте, Любовь Николаевна. Хорошо, я зачитаю. Коллектив государственного бюджетного образовательного учреждения школы в Капотне выражает искреннюю признательность за активное участие в общественной жизни класса и школы. Вы оказывали значительную помощь и проявляли инициативу во всех школьных делах. Спасибо вам за внимание, поддержку, теплоту и понимание. Грамота вручается Капустиной Светлане Владимировне. Это трехсторонний процесс. Это процесс дети, учителя и родители. Не будет этого уголка в треугольнике, и треугольник весь рушится. Поэтому с большим уважением и удовольствием мы сегодня чествуем самых активных. Я думаю, что помогают все. Чествуем самых активных. Демидова Виктория Дмитриевна. Кухарева Екатерина Игоревна. Жаворонкова Кристина Евгеньевна. Анна Александровна. Трубаева Светлана Анатольевна. Которые у нас сегодня получили награды школьного уровня, да, государственного образца, у нас школьного образца, ну, снимите их на память, им будет приятно потом получить награды. Спасибо еще раз вам всем. Огромную благодарность вам, Любовь Николаевна, вам, Светлана Петровна, руководить таким, сейчас уже можно сказать, государством большим, очень непросто. И спасибо вам большое за то, что вы помогаете нам, за то, что вы вложили сюда свои знания, свою силу, свою мудрость. Валерий Анатольевич, к сожалению, не присутствует сейчас, но мы хотим... Можно цветы, пожалуйста, Любовь Николаевна? Спасибо большое. Спасибо вам большое за педагогический состав, подобранный. Спасибо большое за то, что вы дарите нашим детям столько любви и тепла, за то, что вы создаете комфортные условия для них, для их учения. Спасибо огромное за это. Многие кому хотели, конечно, сказать, но не присутствуют не все. Очень хочется сказать своему классному руководителю, нашей любимой, замечательной Светлане Александровне. Мы вас очень любим, ценим. Вы знаете, что я могу сказать? Вам, все, наверное, знают, этот год 2010, он очень непростой, это год тигра. Вот вам достались тигрята. Такие кусачие порой, где-то рычащие. Но вы нашли подход к каждому ребенку, да, подарив свою любовь, свое тепло, научив их дружить,
Любить – это помимо знаний, помимо всего прочего. Я знаю, что они вас очень любят и ценят. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон. Вы такие взрослые уже, все красивые, нарядные, улыбаетесь. На это очень приятно смотреть, на душе становится тепло. Дорогие ребята, сегодня для вас и радостный, и немножко грустный день. Прощание с начальной школой, день, который откроет для вас путь к новым мечтам. Поздравляем вас с выпускным и желаем вам никогда не сдаваться и уверенно идти ко всем поставленным целям. Пусть эта дорога будет легкой. Пусть этот день оставит в вашей памяти только веселые воспоминания, улыбки одноклассников и похвалы любимых учителей. Удачи вам и большого светлого будущего. А мы всегда будем рядом с вами и будем поддерживать. Еще мы хотели бы низко поклониться нашему классному руководителю Елене Витальевне. Спасибо вам. Делали, за так, за участие, за то, что находили подход к каждому из детей. Были всегда в курсе проблем, помогали и давали советы. Вы стали за эти годы не только педагогом, но и другом для всех наших детей и родителей. Пускай у вас все будет хорошо, а работа приносит только радость. Мы вас очень любим, Елена Витальевна. Светлана Петровна, отдельное спасибо вам. Спасибо за вашу дружбу, за заботу и внимание. Желаем вам крепкого здоровья, уважения коллег и учеников. Светлана Петровна, пусть ваша работа будет оценена всегда по достоинству. Хорошо вам отдохнуть за лето, набраться сил. Потому что у вас такой огромный дом, для которого нужно много сил, энергии. Ведь ученики всегда вас нуждают. Спасибо вам за все. Моему руководящему составу хочется сказать спасибо за то, что школа стала для нас вторым домом, и нам очень-очень грустно покидать ее. Вы всегда были с нами на одной волне и старались сделать невозможное настоящим. Спасибо вам огромное за ваш труд, желаем энтузиазма в работе и всегда достигать намеченных целей. Пусть школа развивается, растет и выходит в топ. Лучших 300 школ Москвы, так что мы лучшие, и каждый год мы улучшаем позиции больше и больше баллов. Ну, я понимаю, что в адрес Валерия Анатольевича эти слова звучали в большей степени, как директора школы, ну, так как дела на первом мероприятии были. Но на втором мероприятии не только я заместитель директора, но еще один заместитель директора, Степана Владимировна, ставьте, пожалуйста, пройдите. Кабана Степана Владимировна. Передай, то я передам. Грамм. А, я думаю, грамм это родители. Каждый школьный день – это открытие. Для ученика – это открытие мира. Для учителя открытие сокровищ детской души – это встреча с многоцветным миром, неповторимым характером, чувств, поступков, интересов. Планета детства полна разнообразных звуков. Смех, музыка, пение. Но главным в начальной школе является звук школьного звонка. Школьный звонок, бывает он разный. То он кричит шаловливый проказник, то он поет шаловливую трель, то повторяет Марта копель. То он ликует, звеня перемену, предупредит в расписании замену. То он тоскливую песню поет, если детей на каникулах ждет. Строжится он, коль зовет на урок. Не расслабляйтесь, вещает звонок.
если на праздник детей он зовет, в нем торжество, фейерверки, полет. Ну а сегодня и сам он не знает. Редко такое, но все же бывает. То ли взгрустнуть, что детей провожает, то ли веселиться, где новость встречает. Классы сменяются в жизни детей. Как повзрослеть он желает скорей. Пусть расставание близится срок. Будем мы помнить началки звонок.